всех в наш театр боевых действий! Внимание, внимание! Смертельный сговор! Тут ты щит! Смертельный номер! Я Асад. Я в центре осады. Я скот и животное. Так мне и надо. Я получу 103 подзатыльника. Место скотине в скотомогильнике. А я человек-метеор. И мне обидно. Я буду бомбить, но этого будет не видно. Михайли Лакли, сами с усами. Чтобы бомбить, нам не нужен парламент. Но если затронут российские базы, глаз натяну всем туда, где нет глаза. Я фрейлин Ангела на четвертом сроке. Баланс интересов на северном потоке. Миллиарды просмотров в прямом эфире о том, как спасают мир во всем мире. Вы думаете, это будет и веселое представление? Не думаю, что они дотянут до уровня голландских высот. Вот когда я играю в этой комедии, получается таки качественнее. Начнем же! Умные ракеты при меня! Некоторые даже умнее меня! Кровавая история под покровом ночи! Не слушайте и не смотрите, кто не хочет! Веселый рыжий, миллионов американцев кумир, одним пальцем спасает весь мир! Наш французский друг тоже жахнет, потому что ему в Париже сирийской химии плохо пахнет. А я, почтеннейшая публика, обещаю, что получу 103 подзатыльника, но не пострадаю. Я помогу, ведь мы же с ним братья. Часть подзатыльников мы перехватим. 3, 2, 1! Один на ниточке! Ха-ха! Один на сопельке! Внимание! Почтеннейшая публика! Мир на земле висит на сопельке! Всем, кто видел это шоу, скажем на прощание! Мы отлично побомбили! Так что до свидания! Что-то не заладилось в постановке. Вы не находите? Вот так и всегда получается, когда силачи меняют амплуа и выступают в роли клоунов. Я правильно понял, что в пьесе для спасения сирийцев ракетами разбомбили склад с химическим оружием. Ай, бросьте, это же театр.